Delighted Family. Сегодня мы разбираем хореографию Джесси Cold-Blooded. Итак, наш кусочек начинается с того, что мы стоим прямо, у нас руки будут раскрываться в стороны на первое движение, пропускаем один счет, и после этого руки идут вперед, у нас правая рука будет пистолетиком, затем идет наверх, и движение левая ручка у нас идет за спину, правая идет перед собой тоже таким же образом пистолетиком, и мы, получается, подвигаем корпус от руки, пам, и начинается сам припев. Мы уходим в плие, руки у нас закрывают рот, мы раскрываем медленно ручки, и вместе с этим у нас заводится правая коленка вовнутрь, и на щелчок возвращается обратно. После этого будет два глухих бита, у нас руки в стороны, и наверх, и вместе с этим движением мы поднимаемся. Затем правая ножка у нас идет чуть-чуть в диагонали, руки опускаются вот таким образом перед собой, и у нас бедра вправо, влево и два раза вправо, пам-пам. Вместе с этим движением последним у нас левая ручка идет у рта, и мы кусаем себе мизинец. Пам-пам, да. Затем у нас задирается левая ножка вместе с правой ручкой, и мы вводим сюда движение. Наклоняем голову к руке. После этого у нас правая ножка идет за левую, рука через верх идет на левую ручку, и она у нас ползет до локтя. Угу. Затем нам нужно поставить правую вместе с левой. Мы будем присаживаться, выводить бедро вправо, влево, вправо. Руки с этого положения идут. Айс, айс, айс. Да, то есть у нас тарапки, согнуты две руки, и та, которая у лица, у нас будет чуть ниже, чтобы мы не закрывали себе лицо. Да. Угу. Закончили в этом положении, последнее будет затяжное. У нас руки идут через круг за голову вот таким вот образом и выводятся вот сюда. Одна на центр, одна у нас за головой. Угу. Поднято вверх. А ножки у нас работают таким образом, что мы что-то смахиваем в левую сторону и поворачиваемся таким образом, чтобы у нас левая была согнута, а правая была прямая. То есть закончили в этом положении, и у нас пам-пам. Затем нам нужно развернуться. И получается, руки у нас будут просто вводить себе лицом снизу. Угу. После этого нам нужно перенести вес на правую ножку, чтобы выбить левую. И мы наклоняемся к левой ножке. И затем у нас движение просто обычный спокойный присед. И у нас правая, левая, правая по себе. Да, то есть три движения, и мы немножечко пружиним. Затем нам нужно повернуться на центр снова. Руки у нас будут раздвигаться в стороны. Центровая делает такое движение, можно в любую сторону тянуть руки, это не будет ошибкой. И затем руки идут к себе накрест, да. После этого нам нужно на щелчок ручки немножко раскрыть вместе с акцентом на голову. Пам. И дальше последний айс, айс, айс. Айс. Мы, получается, раздвигаем стороны ручки, у нас идет левая на правую и одна у нас царапка на центр. Затем рука у нас идет одна опять за спину и одна у нас идет ко рту. И мы снова кусаем себя за палец. И после этого мы отодвигаемся от руки, пам. То есть у нас были последние движения. Айс, айс, айс. И на этом заканчивается наш маленький припев. Хорошо, соединяем все под счет. 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8 и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо, собираем весь этот кусочек по 50, 70, 85 и 100%. Thank you.